О, есть, есть! О, смотрите! О, ты бак Сэ-Мари! 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 Всем привет, друзья, подписчики мои! Сегодня у нас 22 января. У нас скорее Новый год. Всех вас поздравляю с Новым годом. Желаю вам счастья, любви и чтобы всегда оставались молодыми и красивыми. Сегодня выехал на рыбалку, чтобы специально заснять вам новогодний выпуск. Времени очень мало, поэтому всего лишь порыбачу полчасика. Смотрим, ребят. В общем, вот углы. Вот кто говорит, что слабые вот эти углы. Вот на вы по прямой делаете, они вот так вот закручены. Вот некоторые вот так делают закручены, а потом они выправляются. Чтобы вот так не было, вот так раскручиваете. Вот один угол, видите? Второй, идемте смотрим. Он обратный. Вот. Вот так, чтобы не было. Видите, на изгиб идет. Вот так вот. По прямой 24 килограмм держит. Кей, сайо, все. Игумен пульпо паничи. Итак, делаем первый подъемчик. Нету? Есть! О, ты бак! Ух ты! Давай пакет свой, потом будешь почистишь. Блин, опять надо в машину. А что ты не сделал? Я же сказал, Миша, возьми сразу пакет. Вот ты. Она не провалится. Ого. Ничего себе, пасек. Это же этот. Пасек. Как сюда. Да, это и есть сюда. Офигеть. Ты, Олег, руки не брай, вот так держи. Я сам сделаю. Вот так держи. Вот так вот. Вот эту сетку вот так вот здесь. Ха. Держишь? Да. Окей. Красавец. Ха-ха-ха. Какой хорошенький, да, Ира, смотри. Ёшкин кот. Да, вкусный. Смотри, губы у него там переливаются. Рот большой. Где ножик? Чего? Как он через такую провалился? Надо было поменьше, да, ячейки, Петя? Аля. Это специально сделал. Они играют под рыбу. Почти любую ловят. Это... Отсюда нельзя ее вытащить, наоборот? Нет. В другую сторону. Ничего, нет, он не пройдет. Сейчас третий подъем. Да. Пробки какие-то. Праздник. Хорошенький, да? Судак. Ну да. Сейчас Миша сегодня нам в кляре сделает. Мы будем кушать. Миша просил думать, о чем я вчера сказала. Пасик. Вот это я попала. Наступите, пожалуйста, на хвостик, чтобы он в воду не ушел. На хвостик кто-нибудь, наступите на хвостик. Все, окей. Что, ну, сейчас придет Миша, потом держать не надо. Окей. Холодно, замерзает сетка как. Ну, сейчас воду бросишь, он этот растает. Оттает вода, относительно воздуха теплее. Да, да, да. Красавец, да? Угу. На один зуб. Почему? На все зубы. Да? На все три. Большой, да? Он как сюда? Да, один в один мясо. Чуть-чуть жирнее, чуть-чуть по жирности жирнее. Снимай на свою попробую, ладно?
Миша, давай быстрее, тут всем показывай, сейчас машина в этот ездит. Они сейчас все остановятся, пробка здесь будет. Сейчас они едут, останавливаются, смотрят. Вон. Есть! Есть? Оба! Какой здоровый! Вот это рыбалка, видишь, они что, они пришли, не ловят, не ловят. В сторону уйдите. Ира, в сторону. У нас же не, мы же на улице все, мы бездомные. О, есть, есть! О, смотрите! О, ты бак, Сэмари! 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 Не-не-не, я сам, Сэмари и Сойо! Тут смотри, совсем здоровый. Сы Мария, сы мне да. Ира, как рыбалочка? Офигеть, не зря я приехала. Вот твоя нога легкая, да? Криш, в прошлый раз ты поехал без меня. Не поймал. Да, да. Все, Миша, тебя берем. Ира, сы Мария. Не, вот дай рыбу, подожди. Вот смотри, вот так рыбу берут опытные рыбаки. Вот просто вот. Вот так за рот. Или по за верхний, за нижний. Да. Уже сколько есть? Килограмма под три. Люди уже домой уходят. Я пока сломаю, рыбу не захочу ловить. Не, конечно, если выломаешь, она будет. Анька, уже сложила. Пять будешь? Пиво подать? Пиво дать? Сладкое. Ты понимаешь, ты меня споишь? Ну да, ты пиво выпил, поэтому рыбу поймал, видишь? Если бы Миша пиво не принес, ты бы рыбу не поймал. Ой, какая у меня жена хорошая, говорит, не пей, не пей. Давай, полей. Сейчас 6 штук. Нету сейчас. Ну и на этом все, ребят. Рыбки наловили немножко, и хватает. Зачем нам много? Еще раз вас всех с Новым годом и пока-пока, до скорых встреч. Ураган, ходят в синем море корабли. Только потому что и понятно морякам, что такое океан любви. Этим смелым парням и беда не беда, путеводная и им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Тебя люблю, белым следом быстрый самолет. Кто поздравит с днем рождения девушку свою, так как это делает пилот. Этим смелым парням и беда не беда, путеводная и им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Любовь.
Всем пока!